У меня есть прекрасное время с моей жизнью. И я хочу ей поделиться. Уилл Смит делится своей мудростью о жизни. Я люблю жить. Я думаю, это заразительно. Это то, что нельзя подделать. Величие присутствует в каждом из нас. Величие — это не то великолепное, тайное, иллюзорное, божественное состояние, которое только избранные среди нас когда-либо смогут испытать. Это что-то, что истинно существует в каждом из нас. Все очень просто. Это то, во что я верю. И я готов за это умереть. Точка. Это так просто. Я знаю, кто я и во что я верю. Это все, что мне надо знать. Так что, начиная отсюда, вы делаете то, что вам надо делать. И я думаю, что бывает так, что мы делаем ситуацию более сложной, чем она есть. Потому что мы ищем сложности, должно быть что-то сложное. Это не может быть так просто. Да, это может. Мы не выросли с мнением, что где мы были, это где мы будем. Мы выросли с мнением, что где мы были, почти не играет роли, потому что мы становились чем-то большим. Нет короткого пути к успеху. Разница между талантами и навыками часто не воспринимается людьми, которые пытаются преуспеть, имеют мечту, хотят что-то совершить. Талант дается с рождения. Навыки приобретаются только часами упорных усилий. Я никогда не считал себя талантливым. Я преуспеваю благодаря сумасшедшим, отвратительным усилием. Когда другие спят, я работаю. Когда другие едят, я работаю. Я осознал, что нет легкого пути вокруг. Без разницы, насколько вы талантливы. Ваш талант загубит вас, если вы не имеете навыков, если вы не учитесь, если вы не работаете действительно упорно, посвящая себя становлению лучше каждый день. Вы никогда не будете в состоянии стать успешным. Единственная вещь, как я считаю, которую я совершенно отличаюсь, это я не боюсь умереть на бегущей дорожке. Вы, возможно, талантливее меня, вы, возможно, умнее меня, но если мы ходим на беговую дорожку вместе, есть два варианта. Вы сдаетесь первым, или я умру. Это действительно так просто. Кладите по одному кирпичу за раз. Однажды летом его отец снес каменную стену и сказал 12-летнему Уиллу и его 9-летнему брату восстановить ее. Задание, которое они сказали, было невозможным. Это заняло у них полтора года, но они сделали это. Он сказал: «Я не хочу, чтобы ты когда-нибудь говорил, что есть что-то, что ты не можешь сделать. Не пытайся построить стену. Не готовься построить стену. Не говори: я построю самую большую и наилучшую стену, которую когда-либо строили». Все не так начинается, говори. Я положу этот кирпич настолько идеально, насколько кирпич может быть положен. И ты делаешь это каждый день, и скоро ты построишь стену.